Мне просто надо было спеть, взять кучу акапелл Тупака, который мне нравится, и сходить с ума с ними. Я хотел сделать песню, ну, правда, взорвать этот трек. И Тупак и Бигги. Nigga kingdom and shit, basically, you know what I'm saying? I was like, this is like a fucking election. It's an election. Это была песня с Паком и Бигги. И все, что я хотел сделать, это взять ее. И знаете, я видел документальные фильмы и хотел сделать ее тоже в документальном стиле. И этот припев с ним, вы слышите, как Тупак вступает в эту песню? И слушайте, как он обращается к Бигги. А потом приходит очередь Бигги. После его куплета вы понимаете, что он пытается преуменьшить все это. Затем опять Тупак начинает свой куплет. Это было наподобие того, как они говорят друг о друге, когда все происходило. И все, что я хотел сделать, это заставить людей понять, вернуть их обратно в 95-й, когда происходила ссора. И как это комично быть на первом месте. Кто дошел до такого уровня? Мы с Паком схожи в одном — излагать письменно то, что происходило в нашей жизни. И одна из самых великих вещей, которую сделал Тупак, — это сила его слова. То есть каждый человек, слушающий его музыку, понимал, что не должен думать о жизни Пака. А Пак не заморачивался о жизни слушателя. Но в то же время фанат, слушающий Пака, хотел делать то же, что и делает Тупак. Меня можно сравнить с Тупаком. Я не могу это объяснить словами. Хочу сказать, что Тупак, он один. Он был нереально крутым. Его треки были необыкновенны. Тупак был просто реально убийственным. Как бы в треке самом была раскрутка, его тексты и музыка были лучшими его продюсерами. Мне очень нравится его музыка, даже больше, чем моя. К тому же, у меня был шанс поработать с Паком. У меня был шанс записать трек. Специально для сайта Tupac.rf и страница ВКонтакте vk.com/TupacShakur.